Добрый день! Сегодня расскажу, что такое 3D-модели, для чего они нужны, как с ними работать, преимущества, недостатки. Пример будем разбирать на 3D-модели малыша Грута. 3D-модель была распечатана на 3D-принтере, соответственно, она пластиковая. Модель у нас выполнена в виде кашпо, высота ее в самой верхней точке 22 сантиметра. Поскольку модель пластиковая, с ней гораздо удобней работать. Снимать силиконовые формы с пластиковой модели гораздо проще, чем с моделей, которые выполнены из гипса или пластилина. Еще одно преимущество 3D-моделей заключается в том, что это электронный файл. И нажимая кнопку «Скачать» под этим видео, этот электронный файл сразу появляется у вас на компьютере. Следующее преимущество 3D-модели заключается в том, что конкретно эта модель 22 см, если вас не устраивает масштаб, и вы хотите его изменить и распечатать модель гораздо большего размера, приблизительно 30 см, без проблем. 3D-модели легко масштабируются, при этом сохраняя свои пропорции. Теперь по цене. Самое главное – цена. Цена печати 3 года назад составляла 1300 рублей за эту модель. Высота, напоминаю, 22 сантиметра. Чтобы распечатать 3D-модель на 3D-принтере, мне обошлось 3 года назад 1300 рублей. Большие ли это деньги? Для хорошей модели, я думаю, нет. Если тема будет интересна и успешна, хорошо зайдет и будет востребована, предлагаю то же самое сделать и с остальными моделями. Что я имею в виду? Скоро год быка, именно 21 год у нас год быка. И чтобы модель быка была доступна всем остальным, предлагаю то же самое сделать и с ней. Оцифровать ее и выложить в сеть. Что думаете вы по этому поводу? Если вы меня поддерживаете, я это сделаю. Ну а я желаю успехов вам в ваших начинаниях. С вами, как всегда, был Дмитрий.